Наверное, равная игра была, она интересная для болельщиков. Было достаточно много моментов. Мы плохо провели начальный отрезок, которым пропустили гол. Но сегодня я увидел команду «Анжи», команду хорошую, которая конкурентоспособная. Игроки были едины, они боролись до самого последнего, имели все шансы для того, чтобы выровнять счет. Но, видно, судьба отвернулась. А чем не удовлетворение, удовлетворение результата? У нас второй матч подряд, при благоприятном счете не удается полноценный финальный штурм. Как вы считаете, с чем это связано? Мне кажется, финальный штурм был, он достаточно хороший был. Был два такие эпизоды, которые могли голом закончиться. Но с чем связано? Наверное, с тем, что в этот финальный штурм была готова команда ЦСКА, которая хорошо сделали замены, вышли свежие игроки, они увеличили количество игроков в оборонительных действиях и что-то нас блокировали.